осталась один. Потом переехал в БСМ, по два рядом с моргом, там хоботом рыл во дворе ржавый слоник, бесплодную землю, прессованный прах наших предков, бомжей, городских работяг, деревенских, которых великая стройка скурила и выдула в небо задумчиво из крематорной трубы. Я видел в окно, как дышит оно, напротив как раз продавали гробы, и все мужички нелепой судьбы роились вокруг, потому что оно выделяло тепло. Как ради его, когда были совсем малыши, прислоняли свои шалаши. Мы и это не тень от забора, а что-то реально большое брало нас тогда под крыло. Оно выделяло тепло, 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 оно выделяло тепло. Бабай был водитель автобуса сам из села. Когда он поступил со смены, катился в депо, умирая от рака черемуха пышно цвела. Мы висели на поручнях, как на лианах, ломали компостер, копили билеты в какое такое депо. Мы уже после смерти его догадались об этом. Мой прадед мечтал об одном, чтоб был у семьи его дом. Он строил и строил дотла, сгорал его дом три раза подряд. За третьим пожаром дед умер от разрыва сердца. И все говорили, что бил вместо крови огонь из грудного жерла. В тот день-то деревня за час потянулась к воротам двора его. Что их туда привело? Что их туда привело? Никто не сумел описать, но все помнили точно. Оно выделяло тепло, 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 оно выделяло тепло,